Доброго времени суток. Сегодня у нас вот такая вот новинка. Есть здесь надпись. Чем она ценная, как вы видите, сусальное золото, да? Ну, естественно, конец 19 века. Я особо, конечно, не такой специалист, но можно это все более, скажем так, к экспертам отнести, кто именно иконами занимается. Ну, здесь, как вы видите, что можно вам сказать и рассказать. Вот эта вот рамка была. Вот она. Вот это, видимо, она уже со временем отвалилась. И тут было стекло, я так предполагаю. И когда это сломалось, вот эта рамка, под которым было стекло, ну, наверное, от старости, люди протирали и стерли вот самую-самую красоту. Размер самого изображения, вот такая вот, как вы видите, на деревянной вставке, 14 на 17 сантиметров. Конечно, можно отреставрировать, но я думаю, что само такое вот, даже где-то патина, да, сама потертость придает, конечно, такую, ну, неповторимость старины. Сколько представить, у кого я покупал, видите, как все тоненько сделано, вот эти лучи его от цветов отходят. Шикарно, я считаю, расписано, солидно все сделано. Еще иконы маленькие, большие, разных размеров. Кстати, покупаю и продаю их потом, но это в следующих обзорах. Кто хочет продать, обращайтесь. Ну, когда я вот эту покупал, мне люди, сами старики, сказали: бери, покупай, не жалей денег. Сколько на нее намолено, сколько лет, представляете, люди молились, спросили помощи, там, защиты. Поэтому эти, конечно, иконы — это вещи, я считаю, настоящая вещь. Вот такая теперь у меня икона в коллекции. Ну, конечно, бывают иконы по полмиллиона, по миллиону. Это, конечно, если какие-то крутые специалисты могут сказать, что это ерунда. Но для меня, можно сказать, любитель, не профессионал. Я считаю, для меня это ценный экземпляр. Я ее уже люблю. Ну, спасибо. До новых встреч. Ставим лайки. Кто-то что-то может свое дать, какие-то рекомендации, кто специалист. До новых встреч. Спасибо за лайки, за просмотр. До свидания. Ну, так изображение, конечно, шикарно сделано. Ручная роспись. Художники, наверное, церковные специально расписывали. До сих пор краска сохранилась. Здорово, конечно. Здесь, конечно, орнамент. Ну, здесь бывают жучки и кушают, видите, в дырочках короеды. Вот такой вот крючок оригинальный.